панелью. И вновь все вокруг да около. Асеведо, быть может сейчас, Асеведо. Берет игру на себя, пас на фланг, Кулаков, можно навешивать, Кулаков, подача на дальнюю штангу и гол! 3-3. Это Александр Ерохин. Долго они готовили эту атаку, очень тяжело, с огромным количеством поперечных передач, и все-таки забили. И выдохнул Григорий Иванов. Наверное, не нужно объяснять, почему. Всем и так все известно. Кулаков навесил, Ерохин перепрыгнул. Вообще абсолютно всех. Смотрите, какой прыжок. Там у него в ногах уже болтался, уж извиняюсь, такое выражение, Андрей Семенов. В борьбу он начисто проиграл.